Новый президент Грузии по своему статусу, по новым принятым законам, выполнять будет прежде всего функции представительские. То есть это не та власть, которая была в свое время у Саакашвили. Тем не менее, то, что избран президентом человек, который не так недружелюбно, как Саакашвили, относится к России, это уже для нас позитивный знак, это способ или возможность для нормализации отношений. Но нужно понимать следующую вещь. Сейчас люди голосовали не столько за нового президента, сколько против самого Саакашвили. И прежде всего у людей очень много надежд связано с новым президентом и новыми правительствами. Если эти надежды не оправдаются в ближайшее время, то этот новый президент будет непопулярным, и Саакашвили может вернуться. Даже, может быть, не он сам, его люди, его идеология и так далее. Это самая главная опасность, и поэтому нам нужно сейчас России всеми силами помогать грузинскому новому правительству оставаться популярным.